Russian Times new driver really commanding the race here. Devon Butler still ruthlessly giving chase. These two have been really scrapping it out for the early wins in the championship. And something's wrong. Butler sees his chance. Some kind of mechanical failure. Picking up speed again. It's unclear what the issue was. Can they still finish this race? Looks like an issue with the turbo. You've lost some speed at the top end, but you're very close to the finish. You can still compete and get some points here. Don't give up. Just do the best you can. We're all behind you. Довольно интересно начинается наша карьера в F1 2019 года. Собственно, начинаем мы с Формулы 2, где нам предстоит пройти три события. В двух нам надо будет проехать не особо большое расстояние, там пару-тройку кругов. И в третьем уже событии пройти гонку от начала и до конца. Собственно, в первом событии у нас случается проблема с турбо, из-за чего мы теряем мощность. В скобках не теряем, поскольку также машина едет, в принципе, и в следующем ивенте. Ну и, собственно, начиная с Формулы 2, теперь у нас будет начинаться карьера в каждой, я думаю, Формулы 1. И, в принципе, это более правильный подход, поскольку довольно странно наблюдать то, что кто-то приходит в Формулу 1 из ниоткуда и даже без денег, как Строл. Вот. Собственно, теперь это будет более логичное начало. И да, мы будем не проходить весь все-таки сезон Формулы 2, ну, может быть, потом в будущем это прикрутит тоже. А только вот несколько вот гонок. Собственно, и также у нас есть соперник Формулы 2 и также напарник. Немного спойлер, то что они оба пройдут в Формулу 1. Наш соперник это Девон Батлер, а напарник это Лукас Вибер. То по окончании Формулы 2 мы с ними не прощаемся, а увидим их еще и в следующей серии. Но перед этим мы пройдем небольшие все-таки ивенты. В первом мы приезжаем, ну, не на очень хорошей позиции, плюс я пошел лучше на командную тактику, пропустил своего сокомандника, ну а наш соперник, к сожалению, выигрывает этот этап. Не повезло немного с турбо, да, ну, все-таки всякое бывает в автоспорте у нас. И первое же интервью, опять же, интервью будет вести Клэр. И довольно интересно будет посмотреть, что в этом году подготовили разработчики. Будут ли это те же самые вопросы, что и в прошлом году, либо же что-то новое. Да, в интервью с Формулой 2, в принципе, ничего ждать не стоит, потому что это вот именно специально записанное интервью все-таки. Уже будет интересно, что именно происходит в самой Формуле 1. Ну и тут, в принципе, стандартные вопросы, как вам с вашим напарником, что вы думаете по поводу своего соперника и так далее. Собственно, вы эти вопросы сейчас и увидите. Ну и также, да, Клэр нас вводит в курс дела, что она делает, собственно, куда нам надо встать, как нам осмотреться, чтобы все было идеально. Ну и, собственно, начинает она нас расспрашивать. Ну и теперь небольшое мнение по поводу вот F2 и то, что у нас появился теперь соперник, который будет в карьере. Не просто так мы будем ездить. Это очень правильный ход со стороны Codemasters, это давно надо было сделать, но, скорее всего, их сковывало то, что им не давали на это право. То есть, окей, один гонщик, который будет играть игрок, мы можем еще заменить, но не более. Сейчас же, похоже, разрешили владельцы Формулы 1 сделать больше изменений в списке участников, и теперь у нас три пилота сразу заменяются в карьере. Окей, опять же, вопросы по поводу моего напарника, по поводу нашей командной стратегии. Ну и все, собственно, на этом вопросы закончились. И потом переходит следующая касцена, где наш напарник благодарит за то, что мы его пропустили. Хотя да, если посмотреть, все-таки я его не особо хотел пропускать, я хотел остаться на этой позиции. Но так как напрямую все-таки у него ДРС и слипстрим, то я не смог никакому сопротивляться. И да, я забыл немного переставить субтитры на русский, чтобы вам было более понятно. Но кто-то может перевести из вас там через Google переводчик. Собственно, да, мне просто лень переводить. Вот, и в принципе, такие касцены это неплохое такое дополнение, опять же, к карьере. Все-таки она не будет такой скучной, как было раньше. То есть, у нас была прокачка болида, и потом мы нагибали всех. Вот и все, и могли перейти из одной команды в другую. Также вот по поводу F2. Разработчикам стоило бы хоть как-то сделать, ну, тесты какие-нибудь, чтобы мы могли вкатиться в болид более-менее, а не то, что нам сразу дают болид. Сразу гонка, и должны кое-как там за пару, блин, метров вкатиться в него. Очень непривычно было все-таки после F1
поскольку тут намного меньше прижимной силы, намного меньше мощности, ну не намного, но все-таки меньше, и поэтому можно было сжать газ раньше при выходе из поворота, ну и тормозить приходило еще жестче, потому что ну, ты не мог войти в поворот на той же скорости, на которой ты входил на болиде Формулы-1. Собственно, второй сценарий, у нас борьба между нашим соперником идет полным ходом, он вылетает в третьем повороте в Австрии, и по итогу у нас идет такая борьба бок о бок, которая, к сожалению, закончится столкновением для меня и потерей переднего антикрыла, из-за чего, собственно, я потеряю кучу времени на пит-стопе. Но справедливость существует, и нашего обидчика накажут на целых 5 секунд, ух! Целых 5 секунд, да. Конечно же, это прям тот штраф, которого мы заслуживаем. Ну, окей, посмотрим вообще, как поменяют систему штрафов. В принципе, в этой игре поменяли, поскольку в прошлой части у меня были нарекания по ней. Ну и по поводу этого ивента, ничего я сказать не могу. Догнал одного единственного пилота, который шел впереди меня на 10 месте. Обогнал спокойно, но за впереди идущей группы угнаться я так и не смог. Поскольку они были, ну, кое-как быстрее, разгоняли друг друга за счет ДРСа. Пусть у меня был суперсофт комплект, но мне это особо не помогло, потому что за Австрию я более-менее вкатился в болид. К сожалению, финишируем на 10 месте, но окей, одну очку заработали. Все-таки бот делает за нас все дело, и он ездит весь сезон, все там 12 вроде бы этапов. И мы по итогу к Абу-Даби уже приезжаем бок о бок с нашим соперником. Очки у нас идут вровень, но если мы закончим опять же вровень, то он выиграет за счет того, что у него было больше побед в сезоне. Поэтому в Абу-Даби нам будет надо обязательно финишировать впереди Девона Батлера. Ну и собственно вот празднование в команде Карлин в Формуле 2. И да, разработчики еще сказали то, что в будущем выпустят бесплатный апдейт на Формулу 2 уже 19 сезона. Поскольку мы тут катаем в Формуле 2 18 сезона. И я надеюсь, что с этим апдейтом Формулу 2 не поменяют в карьере, и мы не будем уже начинать набор от Формулы 2 19 года. Надеюсь, ее ставят 18 года, и мы уже перейдем так в 19 год в Формуле 1. Это будет выглядеть более логично. И также мне, кстати, еще немного бомбануло при создании персонажа. Я не знаю, почему разработчики не дают выбрать в произносимых имях имя Алекс. То есть, ну окей, чтобы меня хоть инженер называл Алекс или там комментатор. Просто 4 имени и все. На букву А. Почему-то на остальные имена вообще там множество, ну, точнее, на остальные буквы множество вариантов. Но вот на букву А у разработчиков, походу, какой-то определенный хейт, и там не особо большой выбор. Ладно, опять же, разборки в падоке из-за того, что вот. Подонок сломал переднее антикрыло тиммейту моему, давай извиняйся перед нами. На что нас немного посылают, что типа, ой, это гоночный инцидент, тому подобное. Ну и собственно да, обычные детские разборки, ничего нового. Собственно, поэтому уже переходим постепенно в Яс-Марину на последний этап Формулы 2. И, кстати, еще бы неплохо было бы вести этакие тесты в конце Формулы 2, поскольку мы все-таки можем выбрать, в какую программу мы пойдем поддержки, то есть там поддержки Мерседеса, Феррари, Макларена, Рено, Редбула. То есть выбор есть, и почему бы не сделать еще возможность обкатать болиды там прошлых сезонов в тестах, как это было примерно в 13-х формулах, когда ты должен был пройти специальную программу начинающего пилота, и только потом ты мог выбирать себе команду. Тут, конечно, команду ты уже не должен выбирать, ты просто выбираешь ее в программу, какую ты хочешь попасть. Ну и уже от этого будешь плясать, там, в какую команду ты можешь попасть. Ну и может быть, стоило бы еще сделать предсезонный тест, там, вот, перед началом сезона, как в феврале в Барселоне. Ну и, собственно, ладно, переходим к последней заключительной гонке, в которой мы пройдем 11 целых кругов. Поскольку это уже гонка вроде бы спринтерская, то есть основная гонка прошла. И теперь у нас идет спринтерская гонка небольшая, без пит-стопа обязательного. Собственно, тут есть, конечно, стратегия в один пит-стоп, но она как-то выглядит даже глуповато, поскольку на пит-стопе мы потеряем даже больше времени. Переходим к самому старту, который я смог сделать, наверное, только с 3-4 раза нормально, поскольку не мог понять сначала, как нормально стартовать, поскольку, оказывается, надо просто газ в пол зажать и чуть-чуть потом приотпустить уже при самом старте, и тогда, блин, нормально поедет. Ну, окей, просто все-таки разница между F1 и F2. Сказывается. Через какое-то время я опередил своего соперника Батлера,
вот на третьем кругу за счет того, что он попал в трафик предыдущий. И уже потом смог еще опередить за счет своего напарника еще один болид другой команды. Также мог и опередить я Вибера, но не стал, поскольку зачем мне оно надо. По итогу такая опять же скучная гонка получилась. Пытался еще опередить Гиота, но к сожалению я не смог, поскольку я был слишком далеко от него и догнал только на последнем кругу. Конечно, я попытался, чуть меня не развернул, чуть не отдал еще Батлеру позицию обратно и вместе с позицией и чемпионский титул. Но по итогу я приезжаю на 4-м месте, Батлер на 5-м месте, и чемпионский титул достается мне. Ну все, ребят, в принципе, чемпионский титул мы заработали, можно на этом закругляться. Спасибо, что ребят смотрели, всех благ, удачи и тому подобное. Ну ладно, мы все-таки сюда не за F2 пришли. Ну, может быть, кому-то за F2, но лично я нет. Я все-таки пришел сюда за F1. Заканчиваем сезон мы неплохо, хоть мы его не ехали особо, да, там одну гонку спринтерскую отъездили в Абу-Даби и все. Ну и два сценария больших. Албон у нас выигрывает эту гонку, также да, он там прошел Гиота, и Гиота вообще потерял сразу две позиции, еще и напарник мой умудрился его пройти до этого. Ну и собственно результаты гонки, также у нас теперь действует система плюс одно очко за лучший круг, который мне удалось поставить за счет своего напарника, а именно за счет ДРС и слепстрима. Хотя на самом деле лучший круг бы ушел бы ему. Окей, нас поздравляю с чемпионством. Но все-таки радоваться не стоит особо, это всего лишь чемпионство в F2, а не в F1, как я хотел бы. Но все еще впереди. По поводу команды, за которой я буду ехать, вы уже, ребят, узнаете в следующем видео. Ну, собственно, там уже начнем и по Формуле 1 гонять. Но тут есть небольшой нюанс в том, то, что, может быть, видео по F1 немного задержится, поскольку, попытавшись проехать все гонки F2 и первую гонку F1 сразу, мой руль сказал мне «пошёл в жопу». Собственно, у меня разбалансировался он, поэтому его надо будет починить. Но это не будет так, как было в феврале или в январе, когда я там починил 2 недели в скобках, что-то забил на это и потом решил все-таки отремонтировать. Ладно, возвращаемся к тому, то, что у нас Батлер поздравляет с чемпионским титулом, как и наш напарник, и наша команда. Собственно, с ними мы еще увидимся, с Вибером и с Батлером в следующем сезоне. Ну и, собственно, то, как у нас теперь выглядит все это. Эмма обзавелась неплохим офисом, теперь мы не в Моторхоме где-то, а вот прямо в Лондоне. Решаем вопрос, куда мы будем все-таки поступать. Ну и выбор, как обычно, дается у нас, все команды даются. Но также, если вы выбирали какую-то программу, то там даются какие-нибудь ништяки, если вы все-таки пойдете по этой программе и вступите в ту команду, в которую хотели. На этом, ребят, все, с вами был Warhammer, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВК, чтобы следить за новостями. И на этом все, всем пока и удачи!